И вот как вот мне сейчас дальше жить? В 14 году на Донбассе у меня там отобрали дом, отобрали магазин, остался без ничего. Два раза на расстрел меня там водили. Ну, я с Вовой Рыбаком флаг вешал. Убили всех моих друзей, знакомых, понимаете, никого. Я инженер, проектирую монтированную систему отопления, у меня здесь офис. За 6 лет чуть-чуть пришел в себя, купил машину, там ремонт этот сделал, все. Я уже, у меня сил никаких нету. Пришли россияне, забрали машину, понимаете, вот. Видите, что они с ней сделали. Забрали деньги, поставили меня на колени, засунули автомат в рот, жену били, вон она вся синяя, понимаете, говорят, сейчас, говорят, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твои глаза, а ты, говорит, знай, говорит, но тебя уже не будет, что потом мы убьем и ее, мы все отдали, у меня забрали все с дома, вот все, что ценно, они забрали все, абсолютно. Там эти российские ублюдки были на Донбассе, и сюда они приехали, понимаете, да. Я вот уже жене говорю, или вообще из страны уезжать, продавать все. Офис разграбили полностью. У меня собаки, у меня коты бездомные, которых позабирали. Я с Донбасса их вывез, там не бросил их. Да, я живой, я живу. А как жить дальше? У меня все родственники прошли через концлагеря. Бабушка в Холокост, Сережки, которые даже немцы не забрали, фашисты. А это хуже фашистов.